Смотрите, дорогие друзья, ценные советы и лайфхаки по санузлу. Ручная работа от «Быть боссом». Залетаем в шерстяных носках, скварц винила на плитку, широкий формат. Фу, без порожков, влетели. Тут ванная установлена, сразу инсталляция, встроенная в стену. Бойлер, все углы под 45 градусов. Полотенцесушитель обязательно со скрытым подключением, без каких-либо проводов. Ванную, когда делаете санузел, обязательно сначала все углы 90 градусов, чтобы полная была геометрия, потом гидроизоляция везде по стенам, и только тогда устанавливается ванная. Ванная на этапе черновых работ обязательно устанавливается и закрывается, а дальше уже плиточкой все это укладывается сверху вплотную, чтобы не было никаких спермашлов и было все заподлицо идеально, и нигде никакая вода не оставалась, не застревала, не плесневела, не желтела. Будет все тогда заргут. Будут люди вас вспоминать добрым словом. Здесь у нас еще вот такая выдвижная движуха. То есть душ можно принимать, плескаться, все прекрасно, никуда ничего залетать не будет. И полочки обязательно, ручная работа, под 45 градусов, все выпиливается, также гидроизолируется обязательно, из гипсокартона два слоя гидроизоляция, и потом это все вот так вот с подсветкой идеально выглядит, и обязательно с обратным клапаном.